Обычно. А может быть, стоит... А, через АФ? Или наоборот? Да без разницы. Бить мобов, не бить просто. Хотя это будет... О чем вы? Ну, мы же сегодня фулл пати, да, так что... Мы успеем. О чем вы? Ну, чтоб торт хватило. Быть или не быть? Не получится, мы же быстрее АФ пройдем, получается. Портик не перевесится, да? Ну, как будет, так будет. Ну что, бьем всех мобов и все. Что-то маленько не догнал. Где собираемся? В алтаре или в АФ? В алтарь, наверное, да? Ну да. Это от Антошки зависит, как мы понимаем. От меня тоже. Сейчас подойду. Вот так. Пока не выскользнул. Привет. 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 Бафаемся. Да, сейчас. Нарезы купил. О, блин, я забыл про них. Раз. Одна осталась. 1 920 000 на рынке. Нормально.
все, готовы, гиза и торт тогда. Да. Все эти люди. Здорово. Привет. Антошка, не гили меня, я соберу все мобы. Сами все, мы все умрем. Да. Вернаю. Вот это профессионально было. Круто. Вам не расслабляться теперь. Чё ты, расслабиться хочешь? Ты себя не бери, главное, Макс. У меня бейра больше нет. Да хрена. Кого? Арчер. Штуки три, по-моему. Один в толпе, один вообще его. С краю. Блин, я завис. А я нет.
Хрена себе вагануло. Ну ты куда-то стреляешь? Ну да, нет, сейчас пропустила. Картинка зависла, а потом сразу такая быстрая перемотка вперед. Угу. Бобинник заедает. Пиздец. Кассету перемотай. Что у вас там за погода, Андрюшка? Снегом навалило. Это хорошо. Опять на утро лучше. Что, снегу нахер, да, нормально так, и весь день попал. Не сырой? Да нет. Чуть-чуть прохладно так. Ну я не знаю, набрался 5-6. Ну, отлично вообще. Завтра поди пойдешь это, в снежки играть. Уже можно было спокойно. Yeah. Так, говорю, что это нормально нападал. У вас, я как понял, нет ничего. Я. Yeah. Такого, как у вас, нет. Ой. Yeah. Приезжай, снега маленько там. Отсыпешь? Угу. Далеко ехать до тебя. Ну, зато снег. Игорь, вон уже билеты покупают. Угу. На всех. Угу. И вместе копать. Без БР здесь. А мобов, да? Осады сегодня или нет? Нет.
Туман, спуху купил себе, нет еще. Нашел. Спуху не покупал, нет? Да нету. А, ну 13, конечно, хороший. Ну да, там цена нормальная была, но кто-то покупал. Быстро. Надо еще раз туда сходить и выбить. Что за пуха? Там видел вчера Shadow, Shadow Duals, дуалы там были, нормальная цена такая. Улучшенный Shadow 13. Да. А зачем они тебе? Ну, ну фракции надо набивать как-то. Там почти набито, но все равно. Я понимаю, надо, но это очень дорого. Черепашка? Чтобы тратить на дуал класс. Черепашка? Да, черепашка. Черепашка? Ну, все равно дешево было там. Да потом продал. Покупаешь и продаешь и все. Фиг его знает, это еще неизвестно, не это. Продалось бы оно за большую сумму. Я думаю, да. Всю комнату будешь собирать. Ага. Я пока наверху постою. Антошка, все, там... не выходи дальше. Антон, пошли в другую комнату. Вам жри, если что. Вот, ты же сегодня ж там бегал. Должен уже набить был. Давайте сначала собираем. А, я думаю, можно, да? Люблю. Ну вот 6 минут, я думаю, 5 минут. Ну 6. Почти.
Смотри, Макс, за временем там 3 минуты. Mm-hmm. Ах ты, блин. Чё, этих убиваем? Не, всё, по... Минуту. Заходим. Забивать-то был молох? Да-да. Да, вроде хватает. Надо торты на максимум. Выжимать. Макс, аккуратнее там, это... Антон последний бежит. Угу. Стоим, Андрюк, сейчас накинуться на тебя. Сейчас полежите все. Не спешите, сейчас придут все. Вы всех убили, что ли?
Да. РБ? Угу. О, какой хороший РБ. Никаких скиллов. Сейчас опомнится, может, надеюсь. Надеешься? Ага. Сейчас соберу мобы еще. Пятнадцать минут торта. На F-то я не знаю. Успеем. Ну, у меня уже вторник. У меня суббота. А у меня выходные дни. Антошка, руки базуки качает? Ноги колонны. Все понял, про кого это? Про Терехина? Да. Ей вот. Откуда он там? Пятигорск или я уж не помню, что это. Без у него руки вот эти аж. Да, он наколол аж синие все. Вообще нездорово, да? Я вчера один крест снял, передачу, где он был это. Алла? Да. Ядрит твой налево, что вы смотрите? Не, я этого чувака уже видел в интернете. Мне просто стало интересно, потому что на программе там. Он свой YouTube канал. Были люди как бы нормальные такие, которые ему объясняли, что не стоит там в
баба из пластической хирургии говорит, мы можем это как бы тебе помочь, это убрать. Один пауэрлифтер сказал, говорит, я могу, говорит, тобой заняться, как ну твоими тренировками, если ты уберешь всю эту дрянь с руком. Он говорит, нет, я как бы фрик. Ничего, говорит, типа убирать не буду. Да я не смотрел. Вроде бы, но я, конечно, могу ошибаться, вроде бы по 7 литров в каждой руке, но я точно не помню. Десять минут за 5 убью. Может и хватит на палки. Поближе не держи. Броня откатился, да? На этой передаче даже этот чувак, может кто-то видел, нет? Два портсигара отечественных, да? Нет, там чувак такой татуированный, у него импланты стоят, там вся херня, но он как бы разукрашенный, да, там вся херня, импланты, но у него как бы головой все на месте, и он здравомыслящий, скажем так, человек, у него нормальное осуждение, все у него. Как? А? Адекватный. Да, адекватный человек. Как бы. Ну, он так себя видит, не знаю. Жена у него тоже умная, как-то. Люди общаются. Чего убил? Ушел сам. А? Кому? Мали собьем. Я считаю, что в спортзал, конечно, нужно ходить, но достаточно держать просто себя в форме. А вот это все перекачивание, оно нахрен не нужно. Это в мир. Не, то, что перекачано, это у них, как бы сказать, это профессионально. Это выступает, там все херня. Понятное дело. Если ты не выступаешь, то тебе мусора не надо. А вот то, что как бы некоторые все там что-то забивают, вот это как бы нормально хера. Ну, вот бабы выступают, да, вот они там намазываются, там показывают мускулы свои. Ну это ж некрасиво. На самом деле. У них есть разные классификации. Вот какая-то из них, которая, я не помню, как они называются, фитнес-бикини, или как там. Они есть, которые как бы вот. Они не перекачаны, они красиво смотрят, сексуально. А есть, которые... Ну, есть, там, есть, но... Там мужик такой, вот это мне уже не нравится. У них там свои, вернее, как бы, ну, у мужиков тоже, как бы, свои классификации, скажем так, выступления спортсменов. И у баб тоже. Вот у них вот есть одна нормальная, скажем так, а другая вот более перекачанная. Вот это вот у меня нашли. Такой скажешь, все, слушай, мы расстаемся, чего?
Чё ты сказал? Тантон такую надо. Нет, Антоха, вот если будет такая баба у тебя, то там уже не ты будешь командовать своими писюнками. А она? Да. Она пора будет приходить вечером свободы или откуда там из зала, говорит, так, раздевайся, сейчас будет секс. Ты не можешь ей сказать нет. Ты скажешь, да, дорогая. Все, ну, я уже это, в кровати жду. Пять минут осталось. Бьем. Что там у второго что не у Садора что там у него? Как там БР? Пока не отходился. Задору. Задору, да. Готовимся с кровью. Заюзаем. Так, заюзаем. Your raid was successful. Погнали, шустрее, 4 минуты. Пр. Быстро тогда все на F. На Антошку? На Антошку летим сразу. Антошка. Петь. Антон, что там, принимающий аэропорт? Ага. Взлетно-посадочный. О, народ качается. Люди живые. Кстати, здесь, глянем здесь потом. Они и... всегда качаются здесь. Да? Ну что, давно не видно. Один маг бьет и все. Глянем, где эти, потом сраное это. Хотя нет, погоди. Кость, ты не помнишь, вот квест на сундуке, да? Ага. Как он там, вот здесь вот в АР. Ну. Я не могу его взять на портспоте, красный квест. Что надо? Место, блин, ты по всем площадкам прошел. По всем. Смотри, там есть на сайте ветка этих квестов. Там показано, какой квест нужно сделать, чтобы взялся это. Ну да, там все пошагово надо. Где написано? Какой квест? NPC где берется. Чек высоту. Втором этаже там площадка должна быть. Там берешься, квест делаешь. Мы сюда вроде бы по всем площадкам пробегаешь. Я готов. Ладно, потом посмотрю, хрен стоит. Погнали, погнали. Все равно эти сундуки много не дают, поэтому нахер. А на эту хватит и наполовину следует. Ай, бэ. Субтитры
Погнали. Дайте главное убить. Ну и все, должно хватить. Хватит, хватит. Taste of my hammer. Can you withstand the way of this hammer? Don't underestimate my power. Куда потом пойдем после этого? Хер знает. Можно, да. Ц, бойвод, да? Исходим отсюда.
Congratulations. Your raid was successful. Пойдем. Виталку установи. Да ты нас ходил. Ну пока эти инопланетяне есть, можно сходить, будет и в таверну какую-нибудь, и Глудио можно. Я Глудио сделал, но можно быстро таверну сделать. А, ну вот. Когда? Откатилось у тебя или нет? Ну хорошо, тогда после этого заходим-то. А может быть это сначала ЦЦ, боевой рыбалок? Не знаю. Наверное, я предлагаю без последних. Ну, можно и так, да. Хотя же а все равно всем придется делать, так что это... Не, ну все равно нам деньги надо, так что можем делать. Там сколько, 20 чё, минут? Готовимся скролла. Давайте здесь квест сделаем побыстрее. Стой, стой, стой! Ай. Быстрее, быстрее, быстрее резать, быстрее! Встал, встал. Да, идем. Ой, чуть статишки не потерял. Ну, поехали, пойдем квест здесь, пробежимся по сундукам сейчас быстро. Сейчас я возьму квест. А, да. А у меня квест нельзя тоже. Ну делать перекур, я сейчас пробегусь. Так куда потом-то пойдем? В ЦЦ? ЦЦ Вейлор, да. The Blackbird clan I know is very much dedicated to justice. Кузнецы сейчас. Так, видно. Да. Конкуренты тут возят. It's been worth it to come all the way to Aiden. Often we'll bring back the glorious old days of our guild. It's been worth it to come all the way to Aiden. Often we'll bring back the glorious old days of our guild. Wow.
Он сегодня много набил-то? Смотрю, там бегал. 30 штук. 30? Ага. Да там часик побил и все. Угу. Я тебя видел. Уж побыстрее разделаться, это ХБ, блин, с этим. Другие квесты будет. Ну, руки немножко развязать, хоть отдохнуть. Много уже сделал ХБ? Я? Ага. Сейчас скажу тебе. 62%, по-моему. На пятом левеле, да? Да. Сейчас точно. Ну да, 62-50. 7600 этих набил. С 10 000. Залипли.
name Etis Vanatina. You have defied me, but I acknowledge your skills. Now face the true power of revelation. Твою мать. Я прыгнул сквозь дверь, блядь. В какой-то коридор попал. Расстреливаешься. Не будешь случай. Давай бьем. Как нахуй получил выйти? Ассист меня. О, мур, тут. Хрень. О, реально, коридор, который как бы ведет сюда, который мы проходим порталом, получается. По нему шлялся. Прыгнул, называется, на ногу, прям сквозь дверь. Сейчас убьет нас там. Подожди, погнется. Твой геймстул на голову. Ой, денег чуть-чуть дали. Да пойдем, нас. Я не думаю, что нас там кто-то прям ждет. Нас баф летает. Бафы заканчиваются. А? Бафы. Подожди, сейчас обогаемся. Мур подрат. Он все равно скинется на мою логику, что он погаешься и сразу прям. Там я любовь.
successful. Where? Балка? Давай сделаем быстро. Ну а чё, пока здесь. Большой откат. Кто будет выходить? Я вышел. Я выйду. Вылетел? Выйду сейчас. Тот из, который вечно где-то в проеме. Когда куда-нибудь с ним идешь, на АФ алтарь там. Нет, какой? Постоянно то ли лаги, то ли еще что, блядь. Пропадает нахер. Ты кого говоришь-то? Angelic Whispers. Ага. Ага. Я говорю, как-то раза два я с ним ходил в Алтай, оба раза у него там сначала типа что-то лаганул, а потом вообще пропал нахер с концами. И в АФ также был тоже один раз, в Алтаре два раза, в АФ один, поэтому я что-то как-то сейчас... Как только его вижу, я туда не лезу нахер. Может, все плохо кончится. Терем по один час. Не спать. Выбор.
не добивать? Ты сейчас убьете. Давай. Your raid was successful. Че у тебя за? Летит на меня, если хочет. Посмотришь. У нас сначала свое дело. Таверна. Костя улетел. Туда. Табурет подойти. Что тебя не поставлю? Антон, меч не сломал еще? Я сломал. Да сколько? Плюс 6 максимум. Море не пробовал ты? Мозг устинет. Рядом с Макс. Рядом с тобой свободен. Давай? Как у нас? А. Он же не откатился еще. Где он? А что, вызвал? А, блин. Он же не откатился. Садись, что? Может, откатится еще? Наливайте. Не. Он выкидывает. Сразу. Чё это? Блять, от меня мы были. Менша растердилась. Так, табуретку мне. Как же так быстро ты набрал 60%? Я жду 18 всего недавно. Миша. Ты там что, ты еще ночуешь, что ли? Но. И у тебя специальный квест не на 750 мобов, а на
3560 мобов. Да. Надо же вас догонять, злодеев. Догонять? Нас? Я не знаю, как ты так смог быстро сделать. Вот, там догоню. Максимальный квест дается... Двух квестов дается 6%. И откат у него один раз в сутки. Все, откатился. Вызывает время. Курицу. Курица. Антош, сиди. Антон у Андрюхи на коленках сидит. А Игорь вообще где-то в стороне. Нормально сижу. You shouldn't take long to get ready. Куда-то попали. Дейтон failed in searching for the treasure alone. So he started recruiting members for the expedition. Эти тут копать херов. Оружие сразу на панель. Оружие на панель? Или будем с оружием? Да мы шустрее. Петя потерялся. Спуск. Где мы? Где мы? Да нет, я спуск потерял. А куда здесь нахер рулить? Мантас вон с собой шахтера повел. Это мой друг. Я уж так и понял, у тебя сейчас новые друзья. Шахтеры. From withering up. What's the name again? Radiant Heal. That should do the trick. If you try to replenish its HP with a different skill, it'll have the opposite effect and completely drain the HP. Примом, да? По-моему, был. Сколько нахилял? Давай, Антошка, ты можешь. А ты сюштейн на него кидаешь? Нет, не помню. Помогает. Молодец. Давай еще одного быстро. Не успею.
Фантом так останется. Да. What is it? I don't think I've been here before. And I have a bad feeling about this. I'm only an archaeologist. I'll give you everything I have. Just let me go! Eliminate the huge scorpion all by yourself. Now we should go our separate ways. Which way will you go? It's a two-way street, so you choose. Neither feels safe with me, but I have faith in you guys. Well, does it matter which way we go? I hope it's better than the other one, at least. Something smells good here. Что-то я смотрю, каждый день ДХ кричат, ЛФДД, шел так там. Игнора? И игноры, наса. Нехватка у них ДД, что ли? Че, бэрчик? Да. Майдер. Ну, что-нибудь даст, может. Да, конечно. Загружает. Угу. От хируш. А чё, кто дроп стер с этого гиганта? Антон помощь. Да. И пофиоз, да, или как сказал. Пофиоз, да. Антошка, цветочки. Привет.
Где-то между С и И. Че Андрюха говорит? Полоска жизни между буквами С и И. Надо будет японцам.
Пора, наверное. Не, рано. Рано. Будем вообще зря. Давай, давай, снимите оружие. Сейчас снимаем? Да, да. Дальше. Конечно, гилим. Он регенится, я думаю. Нет. У нас дамаг маленький. Мне нужно сработать. Кулаки маленькие. Я хом прибыл. Ну, кулаков. Да, Эрдаш. No, короче, на букве R. Да. Если широкая полоска. Ну, половина примерно ХП. Если широкая полоска, если она раздвинута. Зальем. Правда. Выиграл, дал, правда. Хороший. Пауза. А куда рубашки денег? И правда нет. Магу звезду не будет. Но все это мы предыдущие. Антошка. Крыса решил. Затихарился так. Слава.
Что дают, Марк? Ха, поднял? Ага. И все? Че, убиваем или на его, да? Ну, убиваем. Сейчас я его использую. Кость, что там у тебя идет квест? Не дало? Our staff will let you in on an interesting story. Шесть. Ничего не дал. Не так просто тогда. Масс, у тебя взят этот квест, да? Тоже? Нет, у меня 10 тысяч надо было делать. А-а-а. Че, пойдем копить? Да. Сейчас я даю Андрюхе там скролл. Да, Сагиру. Ну, блин, скролл упал, все. Может, ничего не падало. Рунстоун у кого-то еще видел есть. Нет, ничего нет.
Он в том был, да. В Андрюхе. Малышишки. Че, куда пойдем? Сагира? Давай на Сагиру ты. Куда? Сагира. Харна. Runes of Sagira. Вы опять Виталий, что ли? Ага. Давайте я вам что, я поставлю и не буду. Не-не-не. Не, пригодится потом. И я не пойду. Торт пригодится потом. Мне этого хватает на два моба. Куда идем? Сразу в центральную? Угу. Заниматься. Сейчас здесь посмотрю. Подожди, ты не туда побежал. Есть там, нет? Нету. Давай с правой стороны. Давай направо. Попробуй. Придурок. Можешь не собирать? Ну дело, а? В какой вы части? Ну прям сразу же, как вот прилетаешь, Рун на этом Сагира же. И Гарнак. Там же NPC стоит. Когда телепорт делаешь из танка, сразу через NPC заходишь на Гарнак. А мы здесь же на этом этаже. Глеб, куда-то улетел к хренам собачьим. Из клана Рунсов Сагира. Да я туда уже прилетел, бля, я через Непси куда-то зашел, вообще хер поймешь, что. Арна. Здесь нет нихера. Еще будет 3 дня, да? Сегодня 2 дня еще. Угу. 4-го, 5-го. Ну завтра, послезавтра. Есть? Нет. Я сейчас проходил. На второй этаж идем там. Идем на второй, да. Андрюх, ты где? Мор. Блять, я обратно на толпе мыслом приплел. То есть, блять, выбраться отсюда нахер. Мастер. Он там есть. А, уже нет. Не видали, что ли, или что? Нет, ну надписи не было. Это здесь. Давай на ХБ летим тогда. Давай. На меня прыгайте. А он здесь есть, идите сюда. Будете прыгать на меня? Подожди, да, посмотрим еще. О, здесь. Один. КБ все, по-моему, быстрее. Полетели тогда отсюда. На меня попал. Ты где, на КБ? А, наверное, я в этом. В боевом, наверное, не прыгайте, наверное. Выйди из боевого режима. Ну, сейчас постараюсь. На меня попробовать. Тебя попробовать? Нет. Не, не получится, пока он не бьет этот шарик. Да, да, я на Андрюху. Или на меня, или на Андрюху? Давай на Мураша. Только там без фанатизма. Ребаф нужен будет. Ну, пусть все прилетят. Вы все здесь?
Почти. Теперь я на месте. Антон. Антошка, ты прилетаешь? Антон. Да, рыбак. Всем визор на скорость. Погнали? Вы не разбегайтесь в сторону. Направо или прямо? Направо лучше. Налево мобов, если найдешь, то редко, а тут через водоем обычно перебираешься. Здесь? Он какой-то уже гомосек стреляет. О! Сюда, за мной. Направо. Ага. Да, оставь, Манс. Ничего отсюда. О, ДХшник тоже там инопланетянин. Вот на меня бежите. Здесь два штуки. О, побежали. Угу. Не знаю, куда бежать. Ну, как вот заходит наверх туда, с правой стороны. Во-во-во. Уж отдыхашника грохнем. Да и он нам помогает. Чтобы быстрее. А будет. Там что? А вот здесь вроде был еще, вон там. Глючный. Глючный? Глючный. Точно, глючный. Нет, здесь нет, давай через водоем так быстрее будет. Главное, чтобы этот не успел там перестрелиться. ДМчик есть. Короче, переплывем. И стойте. Стой, раз, два. Стойте. Так, ДХшника я вижу. Одного инопланетянина. Пошли. Вон мой таргет. Ага. Нифига здесь глубина, у меня одни только уши торчат из воды. Не захлебни. Фолк будем делать? Ну, уже, в принципе, хватает так. Сделаем фолк, что-то. А, нет. Ну, видимо, респу подождать. Давайте это. ДМ. Здесь покачаемся. Хуяш, это у нас что будет, получается? Набил виталку, слил, набил, слил. Шкач же будет, а то 200%. Ага. Ну что, бежим куда-то? Чё? Надо какую-то локацию разведать, где они есть, где народу мало.
Уже все давно разбил. Какой ты прошаренный. Вон есть или он глючный, да, глючный, сука. Он здесь есть. На меня. Ага. Кил. Манс там у кого-то отобрал? Да, конечно, ну чё. О, а нет, это. О, блин. Вернемся там. Туда уже какой-то чувак побежал из. Тут иссы только бегают. Блять, к одному опоздали. Нифига. Блин. Вон. А там они есть, вот эти вороны раньше? Нет, когда где вороны есть, но там собирают их практически сразу же. О. Я там на днях бегал, караулил, но тяжко. Вот тут есть. Кроме глючного здесь больше нет. Можешь пойти туда, весовому. Ты можешь забежать краем, в принципе, уже половина есть. Подождем здесь несколько минут, все. Манс, беги к нам. Ну, ждет ли? К нам, это куда? Ко мне, беги на меня. Начало, бегите. Подожди, не убивай его. Он бежит, блин, какой-то чёрт. Бейте, мы не успеем все равно.
Ай, блин. Вон, ребят. Что стоите? Как она соврала? Мыши убили. А, короче, надо быстро подбирать, что ли? Да. Понятно. Подожди, это, Андрю, за тобой там уже бежит. Фанат? Подожди, куда ты? Дай темп повешу, куда ты? Он бегает. Я не буду с тобой бегать, блядь. Вздыхай, здоровый. Вон, кстати, появился. Вон там в конце он появился. Нет, там этот. А, глючный? Глючный. Не, здесь нормально. Там Тони подобрал. Тони подбирать, а не стрелять, подбирать. Блять. Чё ты там заюзал, Игорь? А. БХ нормально додали, да? Ты доплентяй на хорошие эксперты. Да у меня подбор вообще где-то через жопу. Все, можно лететь уже. Ничего. Не, на другую сторону еще. Парочку. Идем там посмотрим. Там должны быть. Он есть. Где? Угу. Короче, этого хватит. Еще один. Ну нам же хватало. Смотри. Ну что, одного там осталось. Во-во-во. Вот сзади, назад. Что, все? Да, давайте всем спокойно. Пока, до завтра. Пока. Пока. Аня, тоже ушел, давайте пока, до завтра. Спокойной ночи. User disconnected from your channel.
it's been worth it to come all the way to Aiden.
You are out of bolts. You are out of bolts.
Isaiah bless you. Thank you.
Uh-huh.